мольба, с которой желательно обращаться к Аллаху, чтобы защитить детей. Передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто просил Аллаха защитить Аль-Хасана и Аль-Хусейна, произнося слова. вахам» Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защитили вас от любого шайтана и от любого ядовитого существа и от всякого дурного глаза.